Уважаемые коллеги, я постпред России в Совбензе ООН, в Совбезе ООН, не Бензе. На прошлом заседании уже докладывал о том, что в секретных украинских биолабораториях разрабатывались зараженные боевые комары. Но, как оказалось, это далеко не полный список того, что производилось в этих секретных биолабораториях. Помимо боевых комаров, там были также обнаружены противотанковые гниды, баллистические мокрицы, ударные скалопендры, а также диверсионно-разведывательные блохи, перед которыми стояла задача максимально заблокировать продвижение наших войск на бахмутском направлении. В этой же лаборатории был создан инкубатор по производству агрессивно-тактических улиток, способных нести на себе домик, полностью начиненный взрывчаткой. В документах указано, что испытания взрывоопасных улиток начались еще в 2012 году, чтобы за 10 лет улитки успели доползти до...